Украина потребовала от Ирана полного признания вины из-за сбитого Боинг. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский. Он также перечислил 5 требований Киева к Тегерану. Во-первых, Иран должен пообещать провести полное и открытое расследование. Во-вторых, привлечь виновных к ответственности. В-третьих, вернуть тело погибших украинцев. В-четвертых, выплатить компенсации. Наконец, Зеленский потребовал от Ирана официальных извинений по дипломатическим каналам. Украинский лидер также выразил надежду на отсутствие искусственных задержек при проведении дальнейшего расследования крушения Boeing 737. 45 наших специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости, подчеркнул он. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео.